Всем привет! Я рада приветствовать вас сегодня на своем видеоканале от компании iVavi. И сегодня я хочу затронуть очень интересную тему, которую вроде бы мы как знаем, но чаще всего не придаем этого никакому значения. Все мы с вами живем по каким-то законам, будь то государственные, внутренние, либо навязанные кем-то. А знаете ли вы, что у Вселенной тоже есть свои законы? Возможно, эти законы не столь очевидны, но они все-таки существуют. И более того, оказывают огромное влияние на все, что происходит в мире. А мы с вами волей и неволей натыкаемся на них, но часто не можем себе их объяснить. А самое главное, что каждый из этих законов важен и действует вне зависимости, знаем ли мы о них или нет. И зная эти законы, вы непременно измените вашу жизнь. Представьте себе такую картину. Вы находитесь на берегу огромного красивого моря. Вы идете босиком по теплому, нежному, золотистому песку пляжа. Подходите к воде, чувствуете, как теплые волны нежно окутывают ваши ноги. Вы видите очень красивую лодку на берегу. Садитесь в нее и плавно течете по течению. Течение достаточно быстрое, но спокойное, без различных препятствий. И поэтому ваша лодка плывет легко и ровно, и вам от этого так хорошо. Вы забываете обо всем на свете, ваша душа просто поет. Приятная картина, верно? А теперь давайте посмотрим, что вы делаете каждый божий день. Не доверяя направлению потока собственной жизни, вы ставите свою лодку против течения и гребете изо всех сил и все время попадаете поперек течения. Сопротивление потока бьет лодку, и от этого вашу лодку бросает из стороны в сторону, вас кидает от борта к борту, и чтобы не выпасть из своей лодки, вы крепко сжимаете весла и выкладываете полностью, держите себя в таком напряжении, что в голове появляется страх. Согласитесь, не очень приятное ощущение, правда ведь? А вы когда-нибудь пробовали не грести против течения, а просто оставить весла и довериться потоку собственной жизни? Обычно на этот вопрос большинство людей отвечает с возмущением. Зачем нам это нужно? Все так делают. Мои родители так делали, их родители, деды, прадеды и прочее, прочее, прочее. И много подобных ответов. Но разве это ответ на заданный вопрос? Вопрос состоял совершенно в другом. Вы когда-нибудь пробовали? Те, кто перестал грести против течения и доверился потоку собственной жизни, сейчас уже твердо знают правильный ответ. Все, что нужно, это никогда не плыть против течения. А все, что вам нужно, что вы действительно всей своей душой хотите, ждет вас в направлении именно по течению. Так что, когда вы гребете против течения, когда сражаетесь собственной жизнью, вы направляетесь в строго противоположную сторону от того, чего вы хотите. Конечно, это очень трудно объяснить. И это практически невозможно понять, опираясь только на логику. Но тем самым вы приобретаете опыт. И когда вы начинаете получать ни с чем не сравнимый опыт, то сразу начинаете чувствовать мощную поддержку. И эту поддержку вам начнут оказывать три закона Вселенной. Закон сознательного творения, закон притяжения, закон разрешения. Чтобы вам не принять эти действия законов за какие-нибудь там чудеса либо сказки, достаточно узнать, что же из себя представляют эти законы. И тогда вы поймете, что, как и почему с вами происходит в процессе вашего динамичного движения к своей цели. Когда вам в голову приходит какая-то мысль, и вы начинаете ее обдумывать, уделяете этой мысли большое-большое внимание, и сразу же создается совершенно отчетливый энергетический продукт. Этот энергетический продукт как бы эскиз, но он создан вашей мыслью. И хотя это только эскиз,
еще не обладает достаточной энергией, чтобы материализоваться, это все же то, что вы уже создали. Это результат действия закона сознательного творения. Вы подумали свою мысль. Значит, по закону сознательного творения получилось что-то такое. Вы дали жизнь чему-то новому, уникальному. И именно то, что продиктовала ваша мысль. Это может быть что угодно. Какой-то предмет, обстоятельства или события. То есть то, о чем вы думаете, то вы и создаете. Вы, наверное, неоднократно слышали такое выражение, что будьте осторожны со своими мыслями. Наши мысли материальны. Потому что ваши мысли – это не что-нибудь там, а это инструмент творения. Ваши мысли, какими бы ни были, они не просто так возникают и вертятся в голове. Они создают и дают жизнь чему-то совершенно определенному, тому, что уже есть. И как только в тонкой среде появляется новый энергетический продукт, который вы создали своими мыслями, сразу же вступает в действие закон притяжения. Этот закон гласит: подобное притягивает подобное. И все, что происходит в нашей жизни, мы притягиваем в нее сами. Человек словно живой магнит. Мы притягиваем к себе вещи, людей, обстоятельства, которые резонируют на той же энергетической частоте, на которой находимся и мы. И это могут быть как желаемые, так и нежелаемые события, и не только события, но и люди. Если вы постоянно думаете о своих неудачах, проблемах и горестях, то вы притягиваете в свою жизнь людей с такими же проблемами, с такими же схожими обстоятельствами. И важно не просто думать о желаемом, а думать правильно, то есть от положительного, сосредотачиваясь именно на том, чего конкретно вы хотите, а не на том, чего вы не хотите. Иначе может получиться совершенно обратный эффект. Сосредоточившись на том, какой бы вы хотели, чтобы была ваша жизнь, вы можете достичь всего, всего, чего пожелаете. И хотя каждый человек желает быть счастливым, обязательно находятся те, кто постоянно повторяет: у тебя этого никогда не будет, тебе никогда не достичь такого успеха, ты не можешь себе этого позволить. И это приводит к тому, что часто люди начинают сомневаться в том, действительно, могут ли быть они счастливыми. Конечно, могут. Не слушайте никого. Ваше счастье в ваших руках. И не позволяйте тому, кто уже поставил крест на своей жизни, сделать то же самое и с вашей. Вам нужно открыть свой ум к богатству. Быть уверенным в том, что все блага мира доступны вам. Будьте благодарны за каждую мелочь, которая есть у вас сейчас. Таким образом, вы переключите свои мысли на позитивные аспекты нашей жизни. Тем самым вы начнете привлекать их к себе все в больших и больших количествах. Изменения, прежде всего, должны произойти в вашей голове. Изменения в отношении именно вашей жизни. Если человек ежедневно повторяет аффирмацию на деньги, ну типа: я успешный человек, я богат, а через минуту опять думает: у меня нет денег, ничего у меня не получится, то, естественно, ничего в жизни этого человека не изменится, никакого успеха он не достигнет. И в конце концов такой человек приходит к выводу: закона притяжения не существует, плюет на все и продолжает жить своей прежней несчастной жизнью. Конечно, очень трудно поменять свои привычки, очень трудно поменять свое мышление, устоявшееся годами или даже десятилетиями, но сделать это просто необходимо. И тогда наградой станет ваша новая, замечательная, полная фантастических красок жизни, потому что закон силы притяжения, он действительно работает. Как же применять этот закон притяжения, спросите вы? Все очень просто. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите, вместо того, чего вы не хотите. Помните, с
все, что вы хотите иметь в своей жизни, вы сначала должны иметь внутри себя. А теперь давайте все это сложим. И что у нас получается? Вы получили формулу творения. Эта формула не знает исключений. Эта формула не дает осечек. Эта формула работает всегда. И этой формуле абсолютно никакого нет дела, знаете вы про нее или не имеете никакого понятия. Просто таковы законы Вселенной, и они действительно действуют, и еще никому не удалось их разрушить. Часто возникают вопросы, почему же не все мысли материализуются? Потому что есть еще один мощный закон, закон разрешения. Но этот закон не действует сам по себе, он подчиняется лично вам. И вот смотрите, закон разрешения – это то, что реагирует на наши эмоции. Происходит это практически так. Когда вы излучаете положительные эмоции, то закон разрешения действует. И тогда то, что вы называете своими желаниями, быстро, действительно очень быстро воплощается. А вот когда вы в плохом настроении, то закон разрешения тоже действует, только наоборот. Он становится тем, что останавливает, он не разрешает материализации ваших мыслей о желаемом. А как же иначе? Ведь закон разрешения подчиняется лично вам, и он чутко распознает, какие чувства вы, лично вы, испытываете в отношении того, что происходит. Когда вы уверены в том, что ваши желания исполняются, и никуда они не денутся, они обязательно исполнятся, то от вас идут сигналы положительных эмоций. И это распознается как серьезность намерений и принимается, что вам это действительно надо. Когда же ваши мысли мечутся от «хочу» до «вряд ли получу», то какие тогда от вас идут сигналы? Вот именно, радостными их не назовешь. Поэтому твердость вашего намерения получить желаемое ставится под сомнение, и процесс воплощения в этот момент приостанавливается. И тогда то, что вы создали своими мыслями, оно никуда не исчезает. Просто оно так болтается в тонкой среде, ожидая от вас уверенных мыслей, чтобы от них получить сигнал на силу воплощения. Есть у закона разрешения еще одно проявление – запасное. В этом проявлении закон разрешения предстает пред вами в таком виде, когда вы всем своим поведением демонстрируете, что не доверяете потоку собственной жизни, когда вы непоколебимо уверены в том, что ваша жизнь – это упорная борьба с бесконечными, на каждом шагу препятствиями. Когда вы только и делаете, что непременно крутите в голове мысли о всяких трудностях, имеющихся, либо о мнимых. И все это время вы гребете против течения. В этой жизненной позиции закон разрешения проявляется так. Вам дается разрешение на материализацию того, что вам совсем не надо. К счастью, такое разрешение дается не сразу, оберегает вас закон разрешения, ждет, когда вы перестанете думать негативно. Но если этого не происходит, и вы настаиваете на своих мыслях, страданиях, то это принимается как выбор. И тогда шлюз открывается, и все, чего вы не хотите, боитесь и категорически не желаете иметь в своей жизни, действительно воплощается. Когда вы большую часть времени не излучаете положительных эмоций, то закон разрешения реагирует именно на сигналы эмоций и берет в работу то, что есть, то есть ваши отрицательные эмоции. И тогда делается разрешение на воплощение тех мыслей, которые и порождают эти отрицательные эмоции, и ваша жизнь, вы же на этом настояли, становится испытанием. Очень часто люди говорят, жизнь, мол, должна быть тяжелым испытанием. Но это не так. Правда совершенно в другом. Мы с вами родились для того, чтобы радоваться жизни,
чтобы быть счастливыми в этой жизни. И для этого есть самое мощное обеспечение. Это три закона Вселенной. И эти законы в нашем полном распоряжении. Выбор тоже есть. Его никто не отменял. Выбираете страдать, законы вам обеспечивают. Вы получаете трудности, лишения, драматические события, в общем, всякие поводы пострадать. Выбирайте радоваться, законы безупречно обеспечивают вам и это. Ваша жизнь наполняется исключительно тем, что вы сами себе желаете. И помните, что ни одно событие в вашу жизнь не приходит просто так. И если вы ищете ответы на вопросы, они обязательно найдутся. И вот тут важно увидеть их, а не пройти мимо. Если у вас есть желание изменить свои серые будни и поверить в свои силы, начинать нужно именно с привычки мыслить позитивно. Как говорится, для пессимиста стакан наполовину пуст, а для оптимиста наполовину полон. Ищите во всем позитив, а законы Вселенной о вас позаботятся. С вами была Татьяна Павлова. Я желаю вам счастья, здоровья, всех земных благ. До скорой встречи. Пока.